На южной границе Украины усиливают меры безопасности. Проверь направление чаек. Но не для того, чтобы пропустить врага, а для того, чтобы удержать своих же граждан. Стоять! Государственная пограничная служба на землю! После начала полномасштабного российского вторжения украинцам призывного возраста запретили покидать страну. Однако тысячи мужчин не оставляют попытки. Давай быстрее! Некоторым из них помогают чиновники-коррупционеры. Цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Мы получили эксклюзивный доступ к пограничным службам Украины и Молдовы. Попытки пересечь границу не прекращаются. Познакомимся с теми, кто идет на все, лишь бы уехать. Не все же воины. Не надо же всю страну тогда держать в заперти. И с теми, кто пытается их остановить. Если все мужчины в один прекрасный момент выйдут из страны, кто будет защищать Украину? И выясним, сколько мужчин уезжает за границу и почему они не хотят воевать. Принял наряд 61-й. Равняйсь, смирно. Так начинается ежедневное патрулирование границы Украины с Румынией. В связи с этими событиями, которые сейчас происходят, без надежной защиты границы государство не может существовать в принципе. Слышу. Владислав, 22-летний лейтенант пограничной службы Украины. Это окраина города Тячев. Тут по линии реки проходит государственная граница с Республикой Румыния. Граница проходит в основном по реке и горному хребту, что затрудняет ее охрану. Собственно, до полномасштабного вторжения обстановка была в целом спокойной. А вот после все начало очень динамично меняться. Проверь направление чаек. Мы постоянно фиксируем случаи попыток незаконного пересечения границы. Пограничники ведут съемку своих операций. Стоять! Государственная пограничная служба на землю! Лежать! Этих молодых людей арестовали в нескольких метрах от границы с Румынией. Мужчинам моложе 60 лет запрещено покидать страну без официального освобождения от военной службы. Пойманным при попытке нелегального пересечения границы грозит до 8 лет тюрьмы. Что вы, как пограничник, думаете о тех людях, которые пытаются нелегально пересечь границу? Я считаю, что каждый человек имеет свой личный взгляд на сложившуюся ситуацию и вправе принимать свое решение. Кто-то идет защищать родину, кому-то не позволяет здоровье, и он делает это иначе. А кто-то решает убежать. Не знаю, что вам сказать по этому поводу. Не мне судить этих людей. С начала полномасштабной войны более 4000 человек были задержаны при попытке пересечь границу с Румынией. В других регионах цифры еще выше. Пограничники задержали двух молодых украинцев, которые незаконно пересекли границу Молдовы. По правую сторону от меня вы можете увидеть сухопутную границу, отделяющую нас от Украины. Дину – старший офицер пограничной службы Молдовы. Это пограничный сектор с высоким уровнем риска как для Молдовы, так и для Украины, поскольку нам не удается полностью его обезопасить, чтобы остановить незаконное пересечение границы украинцами. В среднем 20 украинцев каждый день пытаются пересечь эту 12-километровую границу.
Этого мужчину только что обнаружили и доставили в местное отделение пограничной службы. Я перееду к своей жене и двум детям в Англию. Евгению 37 лет. Он строитель из Киева. Вот уже полгода он не видел свою семью. Вот мои хлопчики, моя жена. Это в Англии? Да. По его словам, он уехал, так как ему было трудно выживать в столице. А цены растут, как бы, и кушать хочется, работать надо, а и работы столько нету, все работает на войну. Евгений избежал службы. Мужчин, как он, без боевого опыта еще не призывали. В первую очередь пошли там те, что служили, и пошло-поехало. А мы, которые не служили, все просто ждем своего времени. Если не так будет ситуация сильнее, всех уже и косых, и хромых будут брать. Люди говорят, что это передательство, это... Я не согласен, не все же воины. Не надо же всю страну тогда держать в заперти. Подумал, что в Польше, там много людей, там сильнее границу охраняют, упорней. А тут ниже, подумал, меньше охраняют и слабее, думаю. Большинство мужчин, как и Евгений, отправляются в путь ночью. Для их обнаружения используется тепловизор. Это лесистый участок. Потому риск быть замеченным пограничным патрулем у тех, кто пытается пересечь тут границу, меньше. Мужчины, зафиксированные на этом недавнем видео, похоже, знают, как обойти пограничные патрули. Некоторые беглецы рассказали нам, что получали информацию через различные каналы в Телеграме. Заплатив от 2 до 3 тысяч долларов, они узнавали, где и когда могут пересечь границу. Граница Украины с Молдовой стала самым популярным нелегальным маршрутом. С начала полномасштабной войны этой лазейкой воспользовались более 11 тысяч человек. Пересечь границу – не единственный способ избежать отправки на войну. При наличии правильных документов можно получить освобождение от военной службы. Говорят, некоторые мужчины платят солидные взятки, чтобы получить такие документы. Дабы разобраться, как это работает, мы обратились к местному журналисту, чтобы он под прикрытием притворился человеком, который хочет уехать. Моя легенда такова. Меня зовут Андрей, мне 29 лет. Я хочу выехать из Украины как можно скорее, чтобы навестить свою семью в Германии. При беглом поиске в Телеграме удалось обнаружить как минимум 6 групп, предлагающих подобную помощь. Тут много отзывов от мужчин, покинувших страну с помощью этих групп. Напишу им. Они сразу же высылают все варианты, как можно покинуть страну. Один из самых популярных вариантов – медицинское заключение, известное как «белый билет». В документе будет указано, что у меня есть серьезные заболевания или проблемы со здоровьем, в связи с которыми я до конца жизни не годен к службе в армии. С белым билетом можно покидать страну и возвращаться когда угодно. С
Сотрудники ТЦК работают в тесном контакте с военными врачами. И они определяют, кто может получить белый билет. Они прислали мне образец белого билета. Документ и вправду выглядит подлинным. Скорее всего, они сотрудничают с кем-то из комиссии, так что это коррупция. Как видим, увеличение спроса на белые билеты приводит к росту цен. К тому же, коррумпированные чиновники требуют все больше. Они очень боятся. Это опасное предприятие. В таких группах много мужчин, которые хотят выехать. Так что, думаю, это довольно прибыльный бизнес. Украинское правительство попыталось остановить бурно развивающийся бизнес, отправив в отставку тех, кто отвечает за мобилизацию. Все областные военкомы уволены. Масштабная проверка территориальных центров комплектации обнаружила коррупцию на местах, в частности, во время всеобщей мобилизации. Результаты поражают масштабами и географией. С начала полномасштабного вторжения около 7 тысяч мужчин были арестованы за использование поддельных документов, в том числе белых билетов. В то время как действительно больным и мужчинам с инвалидностью получить освобождение от службы официально не так-то просто. В молдавском центре для беженцев мы познакомились с Эриком. Он пришел сюда пешком из Украины. Да просто, да, просто посмотрел по карте, где что можно, слышал по слухам, где как кто может пойти, и рискнул, попробовал. Получилось. Бежал от войны? Да, я сам с Харькова. Получилось, когда стояли за 20 километров до Харькова войска русские, и косо стреляли, и, в общем, мой дом так случилось попали. Но беды Эрика начались еще раньше, когда он тяжело заболел. И до войны у меня были операции с желудком, у меня там тяжелая операция, перитонит. Вот, и официально как бы я коллег. Эрик не смог бы выжить в армии. Когда началась полномасштабная война, он отчаянно пытался получить белый билет. Но безуспешно. Уже тоже говорили, давай, что я пытался полгода оформить документы со своей болезнью, но никто мне не давал этого сделать. И вот как-то уже нервы не выдержали. И решил так ехать. Эрик – музыкант. И именно музыка помогла ему в этой сложной ситуации. Это то, что меня успокаивало, то, что давало вспомнить, кто я. Чтобы не думать о том, что с тобой происходит сейчас, и ты начинаешь, и твой мозг начинает искать где-то, за что зацепиться, где бы найти островок такого спокойствия. Эрик надеется попасть в США, где сейчас находится вся его семья. Да, вот эта война, конечно, все поменяла, всех нас раскидала по краям мира. У меня жена и дочка, дочке 4 годика, сейчас будет вот в октябре. Я свою семью уже полгода не вижу, уже больше, уже 211 дней я каждый день считаю. А сейчас снова перенесемся на юг Украины к пограничнику Владиславу, который несет дежурство на берегу реки Тиса. Насколько река опасна? Довольно опасна. Когда идут дожди в горах,
уровень воды в Тисе до вечера может сильно подняться. Река постепенно в течение часа поднимается, подмывает берега. В прошлом году уровень воды поднялся почти до металлической части этого моста. Переправа через эту реку – один из самых популярных способов бежать из Украины. Но контрабандисты далеко не всегда предупреждают людей о том, насколько это опасно. Вся их договоренность строится на том, что они вводят человека в заблуждение, обещая, что все будет нормально. Когда они оказываются в десятках метров от границы, контрабандисты бросают человека и убегают. Этих мужчин поймали при попытке переплыть реку. 95% благодарят, что мы не дали им попытаться переплыть на тот берег. Когда они видят эту реку, уже потом, после задержания, успокаиваются и осознают, какими могли бы быть последствия. С февраля 2022 года из реки было выловлено 19 тел. Сколько всего мужчин погибло, пытаясь бежать из Украины, точно неизвестно.